Здравствуйте, любители пленочных фотоаппаратов. Вот очередной аппарат. Это все из одной посылки от Виктора из Полтавы. То есть предыдущий был Зенит ЕТ, сейчас Киев 4, 84 года. В общем, байонет не работает. Так, объектив. Почистить надо чуть-чуть. Так, вот кто-то что-то пытался здесь сделать. Все в царапинах. Передняя панель. Вот так это выглядит. Так, дальше. Смотрим, что внутри. Внутри вторая шторка просто висит. Вот внутри я вижу, кто-то здесь что-то ли стучал по байонету изнутри, что-то такие забоины, зазубрины. Ну, короче, с этим-то тоже нужно будет разбираться и смотреть, что это такое. Так, это не работает. Экспонометр. О, экспонометр. Экспонометр работает. Это радует. Так, и проверим, кто спуск. Он тоже живой. Кто спуск тоже живой. То есть экспонометр и автоспуск рабочие в этом аппарате. Затвор и дальномер не рабочие. Так, еще раз хочу напомнить. Мои ролики в YouTube — это видеоотчеты для владельцев аппаратов. Ну и тем, кому интересно посмотреть. Вот. По ним я не рекомендую ремонтировать свои фотоаппараты. У меня есть обучающие фильмы, вся информация находится на сайте фоторемонтник.ру. Если есть желание, обращайтесь. Вот, кстати, сейчас снял еще один полный фильм, 4-часовой, по ремонту Pentacona 6. Так, ну, в общем, для того, чтобы привести аппарат в порядок, его нужно весь разобрать. Чем я сейчас и займусь. Мне нужно снять затвор. Мне нужно снять байонет. Посмотреть, что там пытались сделать. В общем, разбираю аппарат. Так. Верхняя крышка снята. И почему-то здесь масло сверху. Как здесь не должно быть. Возможно, это с байонета натекло. Ну, так вроде все более-менее, все стоит на местах. Ну, короче, будем разбираться дальше. Так, верхняя крышка. Тоже все вроде бы. Ну, кроме пыли небольшой. Вроде все на местах. Ну, продолжаю дальше. Так, затвор снят. Почему-то здесь масло есть. Тут я, наверное, пытался смазать. Вот. Ну и самое неприятное, это, конечно, байонет. Его то ли молотком здесь, то ли с забилом били. Забивали, я не знаю. Короче, сейчас буду разбираться, что с ним можно сделать. Потому что весь побитый почему-то. Не знаю. Как сюда можно было залезть, вот это все побить. Ладно, разбираю дальше. Так, вот здесь червячная передача дальномера. Вот, она не работает, то есть шестерня сорвана. То есть дальномер не движется, вообще не реагирует. Я вращаю колесико, а ответная часть, то есть вот это
желтая шестеренка, она вообще стоит на месте, то есть сорвана. Так, это, скажем, одно. Второе, все-таки непонятно, по какой причине вот это все здесь заколотили. Вот, по причине этого, значит, все стоит на месте, никуда не шевелится. Даже не знаю, получится ли это все привести в порядок или придется менять полностью байонет. Пока даже пошевелить не удается. Ну все, продолжаю дальше. С большим трудом мне удалось раскрутить байонет. То есть вот такие здесь забоины, ну, очень серьезные. Эта часть тоже вся внутренняя. Забита. Ну, попробую шлифануть и, короче, посмотрю, что получится. В общем, продолжаю. Итак, привел в порядок байонет, уже вот так вращается по резьбе, то есть свободно, без всяких задержек. Все, теперь смажу и можно заниматься дальше дальномером и затвором. Призма целая, это радует. Вот, снял шестеренку. Шестеренка, конечно, не радует, потому что шестеренка вот в таком плачевном состоянии. Зубья слизаны. Сейчас буду искать новую шестерню. Ну, такая же проблема на червячной передаче, на шестерне то же самое, но она стальная. Вот, поэтому она еще постоит, а вот с латунной уже все, уже ничего не сделаешь. Продолжаю дальше. Привел в порядок петузел дальномера, то есть вот все движется, шестеренки вращаются, дальномер также теперь работает вот так. Ну, короче, все в порядке, собираю дальше. Так, я продолжаю. Так уже выглядит аппарат. Все выдержки работают. Шторки, как положено, срабатывают. То есть все закрывается, все открывается на всех выдержках. Вот. И передняя часть байонет стоит на месте, все отъюстировано, все вращается как положено, все стоит на местах. Здесь не было защитного стекла, нашел стеклышко, поставил. Ну вот это вот, конечно, так, немножко изуродовано, ну ничего. То есть вот так это все выглядит. Все зазубрины, которые там были изнутри на байонете, я убрал, я это показывал. Вот. И созвонился с владельцем аппарата, спросил, кто аппарат довел до такого состояния.
Вот. Он мне рассказал, что, оказывается, в Полтаве есть такой чудо-мастер, который берет фотоаппараты в ремонт, берет за каждый фотоаппарат 40 гривен. И вот в результате получается такой аппарат, то есть полураскрученный. Тоже с этим аппаратом произошло и с предыдущим «Зенитом» ЕТ, который был разобран. То же самое произошло. То есть я вообще в шоке от этого. Люди отдают 40 гривен и им просто ломают фотоаппараты. Ну, как-то так. Ну, в общем, ладно. Собираю дальше. Так. Аппарат полностью собран. Все работает. Драйвер работает, все вращается, все фиксируется, все как положено. Ну, здесь еще в объективе короче, болтался задний линзоблок. Подтянул его, проверил, все нормально. Вот. Получился довольно-таки еще нормальный аппарат, он еще послужит. Как-то так. Все, аппарат едет к своему владельцу, город Полтава. Всем удачи, до новых видео.